Доехать из северо-западного района Чебоксар до улицы Гагарина без пересадок, продлить маршрут 18-го троллейбуса. Эти и другие предложения внесли горожане на общественных обсуждениях транспортной реформы. Их реализацию обсудили в столичной администрации. Рабочие встречи с горожанами прошли одновременно в трех районах столицы. В Ленинском и Калининском перечень предложений по корректировке маршрутов сформировали. В Московском к единому мнению не пришли. Во вторник состоится еще одна встреча. Все пожелания разместят на портале «Открытый город». Если мы выносим на голосование вопросы, то должны четко понимать и осознавать, что эти решения должны быть исполнимы. Причем исполнимы в короткие сроки. И горожане ждут от нас этих изменений. Общественный транспорт по новой схеме работает третью неделю. Недостатки реформы в администрации города признают. Некоторые маршруты популярностью не пользуются, и транспорт ездит полупустой. Другие с трудом справляются с большим пассажиропотоком. Ну или планируем менять схему, потому что это направление востребовано, и горожане нас просят. Вроде мы должны это выполнить, но проблемы с правовой, с юридической точки зрения могут возникнуть. Поэтому здесь нужно все это детально изучить, посмотреть практику. И по каким-то маршрутам, может быть, придется подписать договор о расторжении, если есть это, в этом необходимость, запустить по новому маршруту или провести новый аукцион. Здесь вот таких точных и быстрых шагов сейчас сделать не нужно. Еще один важный момент. К утверждению готовится схема планирования пассажирских перевозок на территории всей республики. В нее войдет и маршрут Чебоксары-Новочебоксарск. Он тоже может оказать влияние на сеть пассажирских перевозок в столице. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика.